В селе Орловка на сельском стадионе прошел районный турнир по вольной борьбе. На татами встретились юные спортсмены из Новосельского, Котловины, Долинского и Орловки. Дорогие спортсмены, конечно же, я вам всем хочу пожелать успеха. Пусть победит сильнейший, это естественно. Но самое главное, я хочу, чтобы в конечном итоге победила дружба. Чтобы вы все расстались друзьями, приятелями, товарищами. Самое главное, соратниками друг друга. Время! Выиграл Куштев. Более 2 лет назад мы рассказывали о том, что в Орловке оборудовали и открыли прекрасный зал для занятий вольной борьбой, тяжелой атлетикой и настольным теннисом. Он работает по сей день. У нас в сельском совете в штате, в штатном расписании инструктор по спорту, который занимается молодежью, они занимаются борьбой, рукопашным боем, ну и футболом ребята занимаются. Развивать такой вид спорта, как вольная борьба, начали в Долинском. У нас есть инструктор по спорту, имеется в виду по спорту именно по борьбе. Мы 2 года назад приобрели борцовский ковер, 4 на 9 метров, где-то, если мне память не изменяет, 36 тысяч дали. Раньше секция проводилась в Доме культуры. Сейчас мы провели там ремонт, поэтому мы их оттуда забрали. И сейчас тренируемся в актовом зале, где сельский совет. Нам Тованадол специально для занятий борьбой предоставил нам этот зал. Да, развитие спорта невозможно без поддержки людей, которые хотят видеть молодежь здоровой, красивой и целеустремленной. Благодарим, во-первых, Александра Урбанска за поддержку. Во-первых, мы когда открыли сами спортзал, он нам помог татами, подарил спортзалу. Но первую скрипку в развитии спорта на селе играют, конечно же, сельские головы. В Орловке это Михаил Куванжи. Он молодец, постоянно нам помогает. Ребята все довольны. Вот в прошлой неделе мы были в Болгарию, отдохнули, спортсмены отдохнули, те, которые занимаются танцами. Очень рады. Ребята приехали, все в восторге от этого отдыха. Хотелось бы тоже выразить огромную благодарность руководству нашего базового предприятия «Дунай Агрос», это Зеленкову Дмитрию Николаевичу, за ту финансовую поддержку, которую он оказывает нам в проведении мероприятий. Отправляем молодежь каждый год на отдых на море, отдыхать спортсменов. Недавно наш танцевальный коллектив, в том числе и частично ребята, наши спортсмены, ездили тоже на отдых, тоже финансировал сельский совет и наше базовое предприятие. И родителям тоже огромное спасибо. И, конечно же, огромная благодарность болгарскому обществу нашего района, которое благодаря им состоялась эта поездка в Болгарию. Ребята были, выступали на фестивале и отдыхали на море. Огромное им спасибо. Адик, работай, чтобы тебе пать. Жоз! Адик, Сус! Адик, опять умру. Умру, ты опять умру. Инка, тиляша. Сильно же, опять. Наши ребята первый раз с момента создания секции первый раз участвуют за пределами села Долинского. Ну и я смотрю, что есть волнение, видно сразу. Некоторые сразу сдались, не выходя уже на ковер. Поэтому работа еще есть.
Да, такие турниры только подливают масло в спортивный огонь. Сус, Богдан! Ну и давай! Ай, Богдан, сус, Богдан, сус! Ага, молодец, сына! Богдан, мы люмпурц! Стойка! Схватил декума! Аша, молодец! Молодец, Богдан, сейчас отрежу! Аша, тильнаша, Богдан! Тильнаша! Богдан, люмпурц! Пока парни боролись, на костре медленно доходила прекрасная каварма. Соревнования завершились коллективным пикником под открытым небом, и спортсмены четырех сел смогли познакомиться, пообщаться и подружиться.